Слова Нуланд прозвучали во время ее выступления на слушаниях в Конгрессе, посвященных Украине. Помощник главы внешнеполитического ведомства США отметила, среди прочего, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по вопросу о поставках летального оружия Киеву. О необходимости помочь Украине вооружением с Викторией Нуланд ранее беседовал первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Порубий. О позиции официального Киева он рассказал в эксклюзивном интервью RTVI. Мы очень надеемся, и мы очень хотим надеяться на то, что эта война прекратится. Мы очень надеемся на то, что перестанут гибнуть мирные жители. Но вместе с тем, лично мое отношение очень скептическое к этому процессу. И когда Захарченко говорит, что наша цель – это там как минимум две области, и наша цель – это Киев, я вижу в этом очень большую угрозу. Поэтому нужно, с одной стороны, санкции по Путину и его окружению. Нужно уничтожить финансовую империю, которая построена на коррупции, которая построена в том числе на обкрадывании и российского народа, которую он сегодня использует для агрессии, для экспансии. И с другой стороны, нужно дать возможность, чтобы наши войска, наши подразделения могли дать отпор. А для этого нужно оружие. Для этого нужно современное оборудование. Очень надеюсь на то, что удастся регулировать эту ситуацию мирным путем. Я все же понимаю, что мы должны готовиться к тому, чтобы останавливать следующие атаки, которые планируют, уже сегодня планируют оккупационные войска Путина, в том числе на Мариуполь, в том числе на Крым, чтобы сделать сухопутный коридор. И я считаю, что наше государство должно одновременно и вести переговоры о прекращении огня и одновременно готовиться к тому, чтобы остановить агрессию.